Украина не раз в различных международных организациях поднимала вопрос о том, что мы якобы украли детей и привезли в мир к нам на оздоровление. Однако Зеленский молчит о реальном исчезновении сотен и даже тысяч детей в Западной Европе и ювенальная инквизиция. Это вопрос не сегодняшний и не чисто украинский. К нам обратилась белоруска Руслана Моисеенко. 5 лет назад соцслужбы Испании отняли у нее 9-летнего сына Павла. У мальчика белорусское и испанское гражданство. Матери разрешали видеть сына только по 9 часов в месяц. В интернате посадили на сильные препараты психотропы. 5 лет борьбы за сына, выполнение всех условий, но нет, соцслужбы Испании не возвращают ребенка матери. История борьбы и как ювенальщики Европы строят бизнес на украденных детях – расскажем в рубрике «Катюшин расчет». Ювенальная инквизиция Европы. В любую семью, в том числе благополучную, в любой момент могут прийти и изъять ребенка. Его не передадут родственникам, не будут искать пути решения проблем, если они есть. А отправят в частный интернат, где бизнесу крайне выгодно как можно дольше держать ребенка. В редакцию АТН обратилась белоруска Руслана Моисеенко. Она борется за своего сына Павла, обивает пороги высоких инстанций, выходит на пикеты. 5 лет назад соцслужбы Испании по доносу отняли 9-летнего мальчика у матери. Запрещали говорить на русском, хотели поменять имя, кормили таблетками для шизофреников. Они нам совершенно запрещали разговаривать на русском. И сразу его перевели имя на каталанское. Ему стали давать антипсикотику, как это, биполярное расстройство личности и шизофрения. И у него нет ни одного, ни второго. Причем ему давали 7,5 грамм в день. Он спал в школе на уроках, он ходить не мог. То есть для ребенка это было высочайшая доза. Я и работаю, и квартира есть, и проблем никаких нет. То есть они... Даже у меня есть бумаги от защитника народа, что они, никто не понимает, почему мне не отдают ребенка. То есть это даже... Я ходила в парламент. То есть это настолько такая мафия здесь. История каких много. В 2001 году Руслана Моисеенко влюбилась, вышла замуж и переехала в Испанию. Родила сына Павлика. У мальчика и белорусское гражданство. 2 раза в год Руслана с сыном приезжали в Минск на родину. Так бывает, бытовые вопросы развели семью, разошлись мирно, мстить решила семья мужа. Писали постоянные доносы в службу соцопеки. Опека до поры до времени не реагировала, пока Руслана не купила в испанском Сабаделе собственную квартиру, чтобы уехать от мужа. Тихое местечко, хороший квартал, рядом и школа, и бассейн, и консерватория. Мальчик любил музыку, но у квартиры была одна проблема. Я взяла квартиру у банка, и там были нелегальные жильцы. Здесь, в Испании, очень модно оккупировать жилье. То есть здесь еще есть другая проблема, это оккупасы. И они просто взламывают замки, заходят в жилье и живут. Но я с ними договорилась, что я им дам каких-то денег. Женщина уведомила соцопеку, что купила жилье и решает проблемы с оккупасами. Это и стало роковой ошибкой. Вместо того, чтобы помочь, соцорганы забрали сына. Аргументация – квартира требует ремонта, а мальчика якобы заставляют заниматься музыкой. Якобы у него проблемы с гигиеной, правда, тут же в документах соцорганы констатируют. Павлик регулярно занимается плаванием. Когда они забрали ребенка, я через полгода у меня уже была другая квартира. Они пришли, посмотрели, что шторы не те, что кровать старая. Просто когда они увидели, что все-таки я не сижу на месте, и что я все-таки двигаюсь, и что квартирный вопрос – это не проблема. Они тогда взяли, увидели эту квартиру,
И взяли и увезли ребенка за 60 километров, то есть вообще в другой город. У ребенка начались проблемы с кожей, дезориентация. Отменили уроки музыкой, отменили занятия в бассейне. Вместо них успокоительные таблетки, сначала от гиперактивности. Препарат дал побочный эффект. За 2 месяца Павел потерял 12 килограммов. Мальчика стали пичкать сильнодействующими препаратами, равносильными наркотикам. Чтобы он не мешал, чтобы он не просился никуда домой, чтобы не просился. Они за это еще больше денег получают. В моем конкретном случае 123 евро центр получает в день за то, что у них ребенок. Плюс ему оплачивают государство психологическую терапию там где-то 1500 в год. За то, что его кормят таблетками, вот в месяц они получают то ли 600, то ли 1000 евро в месяц. Только за то, что ребенку дают таблетки. Здесь требуется пояснить, чем более нездоровыми по документам будут воспитанники в центре, тем большие суммы на их содержание получит интернат. А интернаты Испании в 80% частные. Они забирают детей, они наживаются. Вот представляете, центр как минимум за 26 детей получает 100 тысяч евро в месяц. Это огромнейшие деньги. Мы не знаем, что там еще происходит, потому что здесь были и проституция в Испании, продажа органов, детская проституция из центра. То, что сегодня произошло в семье Руслана и Моисеенко, это, конечно, трагедия, и она не единственная. Пострадавшие от социальной службы Испании. Многие семьи в Испании стараются бороться против системы, но по причине того, что силы, средства, здоровье, страх перед возмездием, все это останавливает людей. Ни о какой правовой системе говорить не придется. В Германии система еще хуже. Это просто откровенный терроризм. Несмотря на усилия, выполнение всех требований, суды и органы опеки не дают матери возможности вернуть сына. 5 лет. И растоптанное детство. Екатерина Тихомирова, Виталий Соплица, агентство Теленовостей.